Спасибо. Папа. Михаил Гуцериев, Максим Покровский. Песня называется «Глаза любви». Будьте добры, обратите внимание, как это называется, направо по кадру. Я обещал вам, что вы встретитесь с теми, кого увидели в видео, в этом клипе. Разрешите представить вашему вниманию Адама и Еву. Здрасте, Адам. Здрасте, Макс. Здрасте, Ева. Адам и Ева. Вы сегодня, получая полноценные участники нашего представления, у вас есть свой микрофон. Будьте добры, можно я к вашему пикничку? Пожалуйста. Ребят, у меня всегда возникал вопрос ко всем участникам сегодняшнего действия. Вам я его задаю не первым и, наверное, не последним. Но этот вопрос очень важный. Как вы знаете, эта песня написана на стихи Михаила Гуцериева под названием «Глаза любви». Адам и Ева, я хочу вас спросить по очереди, какие строчки лично вам больше всего нравятся, запомнились, какие строчки вас тронули? Пока Адам отвечает, я немножко полюбуюсь Евой. Адам, какие строчки у вас? Там ночь целует пустоланы. Адам, я понял. Ночь целует пустоланы — это замечательные строки. Ева, вы разделяете мнение Адама? Скажите, пожалуйста. Почему? Потому что моя любимая строчка, а небо голубое для вас. Ева, скажите, пожалуйста, вам не хватает украшений? Пожалуй. Слушайте, скажите, пожалуйста, а почему вы не разделяете мнение Адама о том, что ночь целует по словам? Это же замечательно, это же очень красиво. Это поэтично. Целует не меня, а по словам. Смотрите, Адам настолько увлекся стихами, что он занимается поцелуями, но вместо Евы целует вкус лаванды. Друзья мои, я хочу вам сказать, что сегодня в честь нашей замечательной, в честь нашего замечательного праздника, Ева, у меня для тебя подарок. Сегодня у вас будет замечательная, я очень надеюсь, конечно, зависит от вас обоих, у вас будет ночь любви. Свечку в студию, пожалуйста. А можно я? Мы сегодня хотим увидеть настоящую любовь, глаза любви. Я уверяю вас, всю песню под названием «Глаза любви» я свечку держать не буду. Я предполагаю, что, господа, молодая пара в единице, укройте их, пожалуйста, ширмочкой, а мы, Максим Покровский и Михаил Гуцериев, предлагаем вам еще раз увидеть и услышать песню под названием «Глаза любви». Сила с ума любовью, а затем я ранен, я хочу опять заставить время обернуться вспять. Хочу туда, где запад и шептит восток, глаза любви сильнее порока. Огни стеклянных городов и вечность мокрого колонн. Хочу туда, где I'm
жар, чтоб удалял нам сок. Марина Павлова с нами. Замечательный спикер. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Наши сюрпризы только начались. Внимание, внимание, внимание.